Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, отключение электроэнергии в стране спланировано извне акция. Накануне Боливарианская республика погрузилась во тьму. Были обесточены столица Каракас и многие другие города. Но пикантности этой истории придает то обстоятельство, что свет выключился во время телевизионной трансляции выступления главы государства. Позже в своем аккаунте в Твиттере Мадуро назвал произошедшее саботажем. Его оппоненты, впрочем, полагают, что перебои в электроснабжении – это следствие плохой работы правительства, перегрузок в сети и изношенности оборудования.